Дивіться, ще разочок, от я якраз оглажую, ерозія желудка, розбираємо там приміри. От практика показала, лично моя практика показала, що образ жизни человека приводит к тем или иным отклонениям, там, допустим, болит спина, ну, плохо работает желудок, поднимается давление, там, допустим, скачет сахар, ну и ряд других вещей, тем более бывает это все в возрасте уже так за 50. И вот появилась такая целая псевдонаука, это лечение лекарствами, и более того, тебе говорят, да ты что, у тебя там возраст, ты теперь должен постоянно сидеть и прочее, прочее, прочее. И вот как раз я ехал на машине, радио работает, естественно, реклама разных таблеток. И вот что я хочу сказать, там, допустим, отеки появляются, ну, как я вас перечислил. И вот рекомендуется, допустим, а, там что-то заболело, да, мы боль сейчас уничтожим, трах-бах, вот этим. Появились отеки, да, мы сейчас вот такое лекарство применим, воду там спустим, там, ну и так далее, давление там понизим. Вот смотрите, что происходит. Организм все-таки пытается в любом состоянии сам себя регулировать, как-то приходить. Мы ему своим образом жизни можем не допускать ни появления ни отеков, ни скачков сахара, давления там и прочих отклонений. Мы можем это просто не допускать. Это раз. Второе, это то, что если они там и возникли из-за того, что вы, естественно, это видео не смотрели, не знали, что это, ну, будем говорить, если ничего не делать, просто разумно повести себя, поберечь свой организм, это все постепенно придет в норму. И потом уже дальше старайтесь в своем образе жизни не делать того, что привело вас к вот этому вот сбою в организме. Если же мы бездумно начинаем использовать, допустим, от боли какие-то обезболивающие, глотаем, вроде бы и боли нету боли. Когда глотаем, как только перестаем глотать, значит, они появляются. При этом портится желудок. Вот мой знакомый продырявил себе стенку желудка, была язва, кровотечением за малым там откачали. То же самое, допустим, подстегнуть там тот же лимфодренаж какими-то там средствами. Вот вы это все, или там снизить давление, или еще что-то там сделать. Вы это сделали, и организм перестает самостоятельно это регулировать. Зачем ему регулировать там уровень сахара в крови там самостоятельно, когда вы там принимаете соответствующие, допустим, лекарства, давление зачем регулировать, когда вы вот это принимаете, сбрасываете там, значит, лишнюю воду, принимая, опять-таки, средства, отеки. То есть у вас эти функции перестанут должным образом работать. И вы думали, что вот сейчас вы поможете себе, ну, буквально таки, вот в данном случае у нас отек, у нас давление скакануло, сахар подпрыгнул. Мы себе поможем вот этими вот рекомендациями, которые нам дают, или которые нам рекламируют так широко. И в результате мы с вами, разлаживая работу организма, садимся на эти лекарства. Что получается? Мы с вами эту функцию не регулируем. Это раз. Мы теперь сидим на этих лекарствах постоянно. Плюс сами по себе лекарства оказывают, как многие говорят уже это, оказывают побочное действие. И еще такой термин вы, наверное, слышали. Нету привыкания к лекарствам. То есть, вот как бы сказать, достижение привыкания к лекарствам. Это то, что видно в начале, а то, что, допустим, если привыкания нету к лекарствам, а вы его употребляете, то, тем не менее, вы так или иначе разлаживаете свой организм, наносите ему вред,
И теперь вынуждены постоянно пользоваться вот этими, значит, препаратами. Ну ладно, как сказать, ну пользовались бы, устраняли там давление, сахар и так далее. Но вот эти побочные действия лекарств, они же должны выводиться, они еще как-то должны организмом, будем говорить, усвоиться, там, пройти по нему, выводиться. А организм не приспособлен к тому, чтобы взаимодействовать с ними именно в других, будем говорить, ипостасях, так скажем, громко. И начинается вред, допустим, аспирин. Вы разжижаете кровь, кровь надо, чтобы жидкая была. Вместо того, чтобы можно было просто-напросто походить, меньше съесть пищи, которая делает кровь вязкой. Принимайте аспирин, вроде как разжижает кровь, и в то же время портит слизистую желудка. У вас проблемы начинаются с желудка. Применяйте какое-нибудь мочегонное средство, или, как говорят, лимфодренаж. Лимфодренаж. Подстегнули лимфодренаж, вроде как, ага, спустилась вода, а потом он перестал вообще работать, отеки стали еще больше. И так буквально-таки во всем. То есть можно использовать, я не буду говорить, что лекарства нельзя использовать, а можно использовать, но лишь строго в данном случае, допустим, ну вот, снизить высокую температуру и все, дальше не уповать. Там на него, что дальше, еще что-то там можно будет делать. Иначе вас ждут большие неприятности, которые возникают от использования лекарств. Кстати, об этом уже говорилось, бесконтрольное применение лекарств, и как раз вот это вот, это из-за вот этой вот как раз рекламы. Вот тут примите, тут у вас нормализуется на время, а это тут нормализуется, это там и так далее. И все эти вот это валом вываливается, а вы же должны ж работать, а вы же должны что-то, грубо говоря, радоваться жизни, а вы же должны, а вот боль мешает. А вот отек мешает, а вот давление мешает, сахар мешает. Так что смотрите, не делайте себе хуже, и причем настолько хуже, что в этом уже не разберется никто. Ни здоровый образ жизни, ни врач и так далее. Сплошные эксперименты, это так мы попробуем, это вот так мы попробуем, а тут так мы попробуем. То есть сначала, грубо говоря, лечение, которое оказало побочные действия, а теперь против побочных действий реабилитацию будем применять, а теперь на реабилитацию еще что-то там будем применять. И так без конца, и человек перестает принадлежать самому себе, а становится какой-то прикладной штучкой к аптеке. Так что я вам рассказал, предупредил. Случаев можно проводить огромное количество, чтобы потом не говорили, что вот эрозия желудка у меня возникла, что мы делаем, а заодно у меня возникла, то есть шум в ушах возник, а заодно там у меня, допустим, кишечник не работает, а заодно у меня там еще что-то не работает. То есть вот против запоров. Попринимали средства, вроде запоры там исчезают, да вы как-то там что-то там сделали. А потом это настолько, будем говорить, организм привыкает к этому средству, что он уже без него не может работать. И плюс еще дозировку надо увеличить. А это все ведет к тому, что просто-напросто, знаете, подхлёстывание организма, он вообще перестает на что-либо реагировать. И вот тогда-то, я думаю, вы поняли. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.